Серии авиаударов подверглась минувшей ночью Одесса. По меньшей мере 12 человек, включая ребенка, пострадали. Как сообщают украинские власти, средствами ПВО были сбиты десятки крылатых ракет и беспилотников. Их обломками и взрывной волной повредило жилые дома. Это была самая масштабная атака с начала войны, сказал мэр портового города. Взрывы гремят здесь вторую ночь подряд. Затронута критически важная инфраструктура, включая зерновые и нефтяные терминалы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ВС сознательно целились по объектам, которые задействованы в рамках сделки по экспорту зерна. Ранее Москва объявила об акции возмездия за подрыв Крымского моста. В ее рамках, как рапортует МВД России, были уничтожены хранилища топлива объемом около 70 тысяч тонн в районе Одессы и Николаева, а также объекты, где якобы готовились теракты с применением беспилотных катеров. Между тем, представители МЧС России в Крыму заявили об эвакуации более 2000 жителей 4 населенных пунктов из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Причина ЧП не называется.